Я уже работаю 17-й год. И мне очень нравится эта работа, поскольку интересная, тревожная работа. Да, действительно, тревожная работа у участкового инспектора селений Чермен и Майское Хазьби Цаболова. Сейчас одна группа пойдет на первую полеводческую бригаду, а вторая группа поедет на дальний участок. В горячую пору страды вместе со своими помощниками он осуществляет тщательный контроль за правильностью транспортировки и охрану собираемого урожая. Но это только часть участковому инспектору. Дежурство на Черменском шоссе, охрана общественного порядка, беседы с колхозниками. Забот много. День Цаболова начинается в 6 утра и заканчивается далеко за полночь. На участке Хазьби Цаболова нет ни одного нераскрытого преступления. За самоотверженность и отвагу старший лейтенант милиции Хазьби Цаболов награжден орденом Красной Звезды. Работа очень трудная, тревожная. Но в этом я считаю себя счастливым человеком, так как народ доверяет нам.